Было время, года два назад, год назад еще, я прихожу в свою школу, занимается несколько групп одновременно, я захожу в группе, из 10 человек знают меня 2 человека. Кто-то что за мужик пришел, что-то подсказывает. То есть, и я понял, все, я бизнес сделал. Люди идут в Деметриус, они не идут на Дмитрия Вашешникова, они идут даже не на тренера, а на технику. Сейчас у меня 17 тренеров, 25 человек, команда. То есть это бизнес, это все работает без меня, это механизмы практически там самообновляемые. Но я понял, что я пускаю прибыль. И нужно вернуться и за счет своего имени добавить прибыль. Но я сам себе ответил, я умею делать бизнес, все. Теперь чуть-чуть хочу усилить за счет персонального бренда своего, усилить продажи, чуть-чуть зарабатывать больше. Деньги, ведь они с возрастом особенно нужны. Как мастер в индустрии, который только приходит, ниша очень перенасыщена, вы видите, мастерами, да. Брови делают все, губы делают все. Как ему чуть-чуть зарабатывать денег? Ну, смотри, вот раньше, вот я сейчас заметил сегодня, например, сегодня прямо вот убедился. Первая волна была татуажников, это были практичные женщины, практически с базара пришедшие, которые таскали тяжелые сумки, продавали, они говорили, ну что там, ну что там, да. Сейчас это накалили у тебя. Руки у нее, как у грузчика, понимаешь? Вот. А сейчас я смотрю, ну прямо красотки, одна подходит красивее другой. Ну, ну, секси. А мы у нас кастинг просто участник. Вот, супер. Это значит, отдельно. Другим организаторам все делайте кастинг. Вот. О чем я говорю, что это обновляется, потому что уже бабкой не войдешь, не заработаешь просто. Следующий левел будет, да? Да. Фейса-то недостаточно. Да, просто уметь было, да? Потом нужно быть красиво, красиво одеваться. Следующий левел, я всем говорю, что-то плохо люди слышат. Вот я прямо вот конкретно говорю, вот прямо всем передайте. Я первый сейчас буду слушать, да. И буду не ретранслятором. Первый, всем рассказываю. Радио Андрей сейчас, да, не хотят Вашешников ТВ, да, передаст. Не хотят принять люди. Я всем говорю, проходите тренинги по ораторскому мастерству. Вот это я всем говорю. Всем говорю. Вот следующий уровень. Вообще вот на 200%, да. Поддерживаю. Работайте над своим имиджем заранее. Вот как я ступеньки рисую, интеллект надо включать. Вот как мастер, вот он только начинает, как ему быть? Башку включать. Вот если ты на это не способен, все. Вот волшебной кнопки не будет. А голову как включать? Вот как я сегодня нарисовал ступеньками, скура, значит, декомпозиция, да, и фокус. Вот я уже все это рассказал. Да, голови, да, напылять, да, потом, да, там, да, убить. Все, дальше надо рот начать уметь красиво, еще. То есть накатывать нужно речевые стратегии, работать, учиться по скриптам, отрабатывать скрипты. За каждого клиента бороться как за главного. Потом передо мной была спикер, как звали, первая. Она очень важный момент подняла, что нужен продюсер. Некоторые думают, я сейчас заработаю деньги, появится, найму себе человека, который меня будет продвигать. Нет, они тебе не появятся. Время другое стало. Нужен продюсер, так, который вот тебя будет изначально аспект. Двигать. Конечно, отдай ему с первого клиента 40%. Кто вас двигает? Дайте контакт. Я по старинке все, потому что я сам первый. То есть сейчас уже пришел только я, к этому? Понимаешь, что делать? Я изначально уникален. Я изначально пришел в индустрию красоты с опытом. Я руководил политической организацией областной уже 24 года. Четырежды баллотировался в различные органы власти. Региональной молодежной организации руководил. Был помощником депутата Государственной Думы, в Госдуме будет поработать. Мне было 24-25 лет, я пошел учиться на парикмахера. Но стриг я до этого в армии, другая история. Так вот, я пришел уже с колоссальным опытом. Потом, когда все просто работали парикмахером, я учился в духовном училище, учился в семинарии духовной, в университете на богословском факультете учился. То есть я изначально был другой. Еще до этого я участвовал в олимпиадах по биологии, по литературе. Я занимал там первые места, у меня первое место по сочинениям на зональной олимпиаде. То есть я изначально пришел с другим бэкграундом уже. И мне только осталось транслировать это. То есть только показать себя, то есть как продукт я уже был. Я не был так хорош, как сейчас, да? Не так системен был там и так далее. И понятно, я над своими годами работал, я был другой. Но и такого меня хватало для этой аудитории, понимаешь? А сейчас спикеры стали круче. Сейчас спикеры должны готовиться уже к выступлению. Ну, мы сейчас про мастеров спросим. Так вот, мастер должен быть не только в профессиональном плане развиваться, он должен прорисовывать заранее на несколько шагов вперед свой путь, цель правильно ставить, пройти тренинги, мастер рост, достижений у нас должен пройти, да. Мастер достижений, я бренд, миссию успеха. Он должен продумать, как он себя позиционирует на каждом этапе, каких сил от него это потребует. Вот. И параллельно с этим ораторское мастерство, может быть, даже жесткие переговоры. Другой уровень будет отношения с клиентами. Вот такие рекомендации. Ну, волшебные кнопки, делай так, все у тебя получится. Волшебные кнопки не будет. Поэтому любой спикер
именно профессионального конгресса какой-то, он должен быть не просто мотиватором, он должен алгоритм показать, сказать, что делать, конкретно что делать. Но он тоже точно, но он должен объяснить людям, что волшебной кнопки не будет. Нужно над собой работать. Что желаем мастерам, что бьюти-индустрии в новом, вот этом вот магическом году 2020? Я всегда желаю одного, преданных клиентов и денег. Потому что этим измеряется успех мастера. Сперва много клиентов, потом понимаешь цену. Много клиентов, понимаешь цену. Если ты эти алгоритмы усвоил и понял, как это делать, то ты все понял, как мастер. Дальше тебе нужно будет перерождаться уже. Выбирать опять как или руководитель, опять накапливать знания, навыки. И заранее накапливать. Проблема в чем? Некоторые думают, что я сейчас мастер уже крутой. Крутые мастера особенно так думают. Сейчас я других наберу, девочек научу, и все, у нас будет куча денег. Я же знаю, что делать, я же стала крутой. Сейчас они тоже по моим путям, я все скажу, они будут делать. А это не срабатывает. Почему? Потому что компетенции управленческих у человека нет. А он думает, вот сейчас столкнусь с проблемой, ну буду решать. Нет, управленческие компетенции нужно нарабатывать заранее. Вот как пить заранее нужно. Когда ты захотел пить, уже поздно. Надо пить заранее. А если уже захотел, значит уже организм страдает от обезвоживания. И также вот успех приходит к тем, кто заранее видит свой следующий шаг, а еще более того, мыслит за горизонтами своих возможностей и заранее ищет компетенции для того, чтобы эти возможности реализовать. Вот желаю этого. Преданных клиентов, много денег и план за гранью своих возможностей, под который уже будут накапливаться компетенции. То есть в этом году желаю много учиться, чтобы накапливать компетенции для следующих шагов. Круто. Дмитрий, спасибо за это интервью. Я думаю, что до встречи на Global.